веселейся, песня, пока не начались репрессии. Покинул пост президента Борис Николаевич Ельцин, но на смену ему пришли другие умельцы. Наступила эпоха двуглавого петуха, и хотя бесполезно перед медведем кулаками махать, однажды и эти звери поедут пить кофе к товарищу Берии и будут в ГУЛАГе или Бухенвальде выплясывать под Вагнера или Вивальди. А пока ты работаешь как пчела, номенклатура мнет булки в чиллаутах, зарплаты в стране напоминают пособие. Однако некоторые, как будто бы особенные, в Кремле тусуются гомосексуалисты. Они мажутся кремом и ножки бреют чисто. Вы все еще точите лясы, а мы точим вилы. Да, топоры, жируй, буржуй, жируй, топоры. Не за горами порыв, взрыв народного гнева, и тогда всем гореть в огневом. Однажды ночью мы придем и за тобой. Зига, ой, зага, ой, зига, ой, зага, ой. Ой, ой, ой. Играя в гольф с Адольфом и со Сталиным фристайлю, респектую эсерам, бомбистам и всем парням с совестью чистой, все контролирует антинародный русопопский режим. У кого-то очко жим-жим, кого-то ебут, так дай же нам бог увидеть русский бунт. Из трибун мы спустимся на баррикады, это вам не хуйню в интернет выкладывать или колонки на подоконник выставлять, пионеры ебаные, блять. Дай нам бог увидеть русский бунт, дай нам бог увидеть всех псов в гробу. Дай пулю буржую и веревку менту, и дай нам сил, дай за всю хуету. Дай нам бог увидеть русский бунт, дай нам бог увидеть всех псов в гробу. Дай пулю буржую и веревку менту, и дай нам сил, дай за всю хуету.